С будущего года в Латвии планируют ввести информационное декларирование заемщиков. Таким образом, Министерство экономики решило выявить круг физических лиц, которые, не имея регулярных официальных доходов, тем не менее ежемесячно вносят платежи по кредитным и лизинговым договорам. По мнению специалистов министерства, информационное декларирование заемщиков – это один из эффективных способов борьбы с теневой экономикой. Отслеживать злостных неплательщиков налогов предлагается по следующей схеме. Компании, которые предоставляют услуги потребительского кредита, обязаны будут раз в год до 1 февраля подавать информацию о физических лицах, резидентах Латвии, которые регулярно производят выплату по кредитным и лизинговым договорам на сумму свыше 360 евро или если общая сумма выплат в течение календарного года превышает 4320 евро. После получения такой информации у службы госдоходов будет возможность сравнить официальные доходы лиц с их кредитными или лизинговыми платежами.